Канал Уральская усадьба. Привет! Сегодня у нас обзор теплицы арочной формы. Называется она «Фермер». Длина теплицы 8 метров, ширина 3 метра. Пойдем смотреть. По торцам у нас разрезные двери, форточки установлены. Также есть резиновый торцевой уплотнитель, чтобы все было герметично. Меньше ветра в теплице. Так, в принципе, не бывает, но с уплотнителем надежно в этом плане. Теплица «Фермер» называется, потому что арки сделаны в виде ферм. Труба у нас 20 на 20, покраска полимерно-порошковым способом. Так-то это очень прочный и надежный каркас. Двойная арка отлично держит нагрузку. Снеговые особенно не страшны нашей теплице. С другого торца тоже разрезная дверь, как видим. По комплектации у нас здесь коньковая фрамуга с ручным управлением. Сейчас продемонстрируем. Закрыто на шпингалет. Два положения. Все работает. Теплица стоит у нас на каркасе, который сложен из бруса. Его готовил клиент. Конечно, фундаментально подошел к этому вопросу. Брус у нас 150 на 250. Стоит на бетонных тумбочках и закреплен к закладным, которые также бетонированы мощно. Никуда не денется такая теплица на таком основании. Поликарбонат у нас 4 мм, 0,8 плотность. Это один из лучших по качеству. Завод дает 20 лет гарантии на то, что поликарбонат будет служить верой и правдой. Вид с другого ракурса. Наша коньковая фрамуга. Вид снаружи. Все, ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!